Моя задача была сделать такой бренд, который не нужно было бы додумывать. Меня зовут Василий Михайлов, мне 31 год. Я родился в маленьком городе Ковдор. Это Мурманская область, за полярным кругом России. Мы с мамой шли по рынку, и я увидел машинку для стрижки волос. И говорю: слушай, купи мне машинку эту. Она так удивилась. Говорит: ну давай, хорошо. И я сразу понял, что это моя история. Ни деньги, ни карьера. Мне просто нравилось стричь, мне нравилось работать с людьми, мне нравилось учиться. И вот от этого я получал огромный кайф. Самый основной момент, почему я открыл Супермен, чтобы в любом городе, в маленьком, в большом, мужчина мог себе позволить сделать хорошую стрижку и заплатить за это адекватные деньги. Супермен помещается почти где угодно. Салоны раскиданы по спальным районам, там, где люди живут, а не работают. У нас нет администраторов. Вместо них терминалы, которым не нужно платить зарплату. Они предложат 5 видов стрижек и возьмут деньги. А еще буду знать все о том, как идут дела у бизнеса. Уборщица может схалтурить, а вот пылесос нет. Тому же пылесосу тоже не нужно платить зарплату. Всех мастеров Супермена мы учим сами. Клиента стригут 15 минут. За день подстричься успевают 60 человек. Самая дорогая стрижка стоит 500 рублей. Чтобы стать владельцем парикмахерской, не нужно быть миллиардером. Купить франшизу Супермена могут многие. Через год все инвестиции возвращаются и дают первую реальную прибыль.